Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, к чему все идет и какие движения предполагаются на вечерней сессии по доллару, рублю, нефти, золоту. Так, ну давайте начнем с адского портала, это финанс. Что тут у нас по новостям? Мир пожирает инфляция. Но не только еды, вообще инфляция всего. Вполне естественный момент, когда с учетом того, какие идут потоки денег, они ищут куда парковаться, нарушаются логистические цепочки, они нарушены и до конца не восстановились. Вот этот ход, вот это движение, оно вполне прогнозируемо. Проблема в чем? Проблема в том, что Россия, она подвержена в наибольшей степени вот этому движению и пожирающему росту инфляции. Это связано с тем, что он в наименьшей степени конкурентен как рынок продовольствия, так и другие рынки. Там, где меньше всего конкуренция, где она менее развита, те страны, в них на фоне монополий и различных регулирований цен в наибольшей степени ощущается так называемая инфляция издержек. И поэтому здесь для России вот эта штука, это прям вот номер один проблема. В значительно большей степени, чем для Америки и Европы. Далее. Но это на самом деле правда. Здесь они ни капли не лукавят, я с ними всецело согласен. Огонь нефтяной эры. Цена барреля рухнет до $10 в 2050 году. Ну, вполне естественно, что если идет отказ от нефти к 2050 году, цена на нефть упадет. Может быть, не до 10, может быть, до 50. Но в 2050 году, может быть, $50 с учетом инфляции будет, как сейчас, 10 или 5. Поэтому, конечно, здесь долгосрочный тренд по нефти, он неблагоприятный, и он будет вести к тому, что цены на нефть будут падать. Даже если сейчас какой-то будет отголосок и всплеск, то после 2028-2030 года, я предполагаю, они пойдут проседать и снижаться. От этого никуда не деться, это связано с изменением структуры мировой экономики, что не отменяет кратковременные всплески и роста нефтяных и газовых цен. Так, друзья, ну что касается теперь заокеанских весточек. Ну здесь все хорошо, все идет своим чередом. Все ждут заседания Феда. Заседание Феда, скорее всего, будет очень мягким. Они достаточно благосклонно отнесутся к тому, что не будут особо закручивать гайки по факту прохождения коронавирусного кризиса, но начнут постепенно сокращать скупку облигаций и активов. Но это вполне естественно, потому что каким-то образом они должны регулировать монетарные механизмы. Ставки они повышать пока не планируют, потому что это может рынки обвалить. Таким образом, они через скупку долговых ценных бумаг будут регулировать рынок путем снижения этих скупок. Но это все будет, скорее всего, где-то ближе к концу года. Так, ну что касается календарика событий, конечно, Германия сегодня подвела. То есть индекс деловых ожиданий, индекс делового климата вышли меньше, чем предполагалось. Ну, видимо, как бы вот эти локдауны, они все-таки Германию подкосили. Но, с другой стороны, я не думаю, что эта тенденция, она долго продлится. Скорее всего, когда уже будет следующий индикатив выходить, тут уже будет все хорошо, они начнут расти, я так предполагаю. Так, базовые заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, они вышли, как и ожидались, никаких изменений. Это вполне логично, потому что в Америке все бросились покупать новые дома, и, соответственно, избытка денег на базовые товары длительного пользования не остались. Так, друзья, но переходя к графикам, американские индексы, NASDAQ идет тестировать вот этот хай, который ранее был. Уже предыдущий локальный хай он преодолел. Ну и сейчас, поскольку денежка в рынок идет, все как бы надувается, все летит. Ну и, кстати, несмотря на негативные новости из Германии, немецкий индекс DAX даже немножко вырос. В моменте он проседал, но потом все это дело откупили и пошел он наверх. Ну и из этого движения следует, что, в общем-то, все понимают, что, скорее всего, этот индикатив вышел временно. Потом он будет сглажен. Уже когда следующие данные будут выходить, скорее всего, они будут позитивные. Так, друзья, далее ВИКС, индекс страха, волатильности и современного фондового рынка, дневной таймфрейм.
Ну смотрите, вроде бы все хорошо, а ВИКС-то вырос на 4%. Все как бы цветет и пахнет, но ВИКС никуда вниз не идет. Видимо, здесь высадку произошли, теперь произвели, высадили всех, кого не надо. Сейчас идет донабор позиций, и отсюда в ближайшее время, ну, наверное, все-таки в мае, к середине мая отсюда зарядят стрелу. DXY, ну, сегодня индексу доллара дали передохнуть. Плохая стата из Германии, она создала условия для того, чтобы здесь произошел коротенький отскок. И поэтому на сегодня здесь разворачивается движение наверх. Мы посмотрим, сегодня-завтра будет или не будет пробитие 91,3. Вот 91,3, если в результате всех этих пертурбаций не преодолевается, то пойдет дальнейшее движение. Цель сначала 90,1, потом 89,22. Вот. Но сегодня он, я думаю, в боковике закончит. Здесь уже основные идеи в части негатива по Германии, они себя отыграли. И с другой стороны, сейчас давайте часовик поставим. С другой стороны, остались у него определенные цели, не закрытые, на 91,1. И поэтому движение сюда вполне может произойти. Да, здесь началось постепенный рост, постепенное движение наверх. Но это движение постоянно подрубают. То есть не дают ему развернуться. И если судить по часовику, то вот, собственно говоря, движение на 91,5, оно произойдет, если будет уверенное пробитие 91,1, и здесь хорошенькая консолидация. Пока этого не будет, я думаю, здесь все вот это движение, его будут ломать, и его будут пытаться спустить вниз. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс S&P. Здесь у нас все как бы мы рост сделали, теперь надо немножко откатиться. Наиболее вероятно будет сейчас движение в боковике. Нижняя граница 4170, верхняя граница 4184. Ну и, соответственно, пробой 4170-4160 его продавит, и он пойдет к нижней границе, которая 4130, вот сюда вот. Я думаю, здесь более вероятно движение вот в этом боковике. Вообще до заседания ФРС, конечно, будет волатильность. Вот, но я не думаю, что здесь какие-то серьезные движения вниз, во всяком случае на американском рынке, они произойдут. Скорее здесь будет боковик, и потом, если действительно Пауэлл оправдает позитивные ожидания, то будет рост. Если он все-таки не будет дышать благодушием, то тогда мы увидим коррекционный откат, и возможно по S&P все-таки произойдет движение на 4080. Так, друзья, далее золото. Золото находится в боковике. Оно, по-видимому, готовится к росту на решении ФРС, которое по логике вещей должно быть мягким. Ну и вот этот сегодняшний день, завтрашний день, скорее всего, вот в этом диапазончике мы и походим. Так, далее, если на 15-минутку переходить по золоту, то у нас здесь сформировалась возможность для коррекционного отката и цель движения. Соответственно, если не будет в ближайшее время пробития 1780, то мы отсюда пойдем. Цель движения будет 1774-1771. Вот сюда, в этот диапазон. То есть, если нету пробоя здесь, в ближайшее время вот этого диапазона, мы откатываемся сюда. Потому что сейчас здесь энергия движения израсходована, ему надо откатиться. Так, друзья, далее нефть Brent, но у нас боковик сегодня 66.25, 64.5. Вот здесь вот все это движение и происходит. Ну и текущий часовик сейчас он приведет на 66. Далее, если разовьется сегодня пробой 66.25 волшебного уровня, то у нас уже сегодня, либо завтра с утра будет движение сначала 67.4, потом 68. Если мы сразу не пробиваем это значение, то отсюда развивается откат. Цель этого отката – движение, повторное тестирование 64,5. Так, друзья, далее криптовалюты, по ним масса вопросов. Ну, биткоин, смотрите, вот здесь разворотная формация в чистом виде. Напугали его налогом на капитал, но сейчас вроде бы все прочухались, поняли, что это наше будущее и негоже его отливать. Вот, соответственно, здесь, если 52 тысячи будет сегодня удержано, то на завтра у нас цель движения будет находиться на 57 тысячах.
Если сегодня здесь будет пробой этого диапазона, то завтрашняя цель движения по биткоину будет в районе 48 800, вот сюда вот. Так, друзья, далее эфириум. Здесь идет попытка коррекционного отката, вернулся он в свой канал роста. Вот, соответственно, сейчас весьма вероятно будет тестирование 2400, вот этого значения, которое в случае пробоя его немножко опрокинет на 2250, вот сюда вот. Если здесь пробоя не будет, он остается в канале и на, ну, на сегодня уже вряд ли, на завтра цель движения, возможно, будет в районе 2700. Так, друзья, далее евро-доллар, четырехчасовик беру. Но смотрите, несмотря на то, что по Германии был негатив, и вот из этой такой поджатой уже консолидации наверху мы вышли, здесь движение вниз, оно развитие не получило, его откупили. И, соответственно, здесь, если нету повторного движения с целью пробития 1,2059, у нас отсюда следующая волна роста. Сначала тестирование 1,2117, потом уход с целью долететь до 1,23. На текущий момент, вот прямо в ближайшее время, пошел сильнейший импульс роста. И весьма вероятно, сегодня или завтра с утра будет тестирование на пробой этого значения. Соответственно, эта идея отменяется в том случае, если повторное движение вниз и пробой 20.48-20.50. Если такое будет, у нас отсюда пойдет следующая волна на 1,2. Там на самом деле уровень 1,1991. Я думаю, такой ход событий сейчас менее вероятен. Скорее всего, боковик, консолидации в этом диапазоне и выход наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Но на самом деле сейчас, несмотря на весь позитив по поводу российского госдолга, что туда будут все заходить, забегать иностранные инвесторы, обращаю внимание, что, наверное, все-таки такого глобального тренда на заход в российский долг его все-таки не будет. И проблема здесь, помимо геополитики, она на самом деле чисто экономическая, это высокая инфляция и высокоинфляционное давление. Вот, соответственно, никто государственные бонды особо покупать не будет, если в этой стране высокая инфляция, а высокая инфляция в России, она априори, и это связано с устройством социально-экономическим и так далее. Вот, и поэтому здесь, конечно, даже сейчас мы видим, вот, несмотря вроде бы на то, что все на хаях, Америка на хаях, кругом позитив, но, блин, 74,6, извольте остановиться и отскочить. Вот, поэтому на текущий момент, если будет пробитие вот этого значения, то отсюда мы, конечно, пойдем на 73,6, но поскольку здесь пробитие никак не происходит, это указывает на то, что все-таки, наверное, должен быть коррекционный отскок с целью закрепления на 75,3 и потом 75,8. Если рассматривать динамику часовика, то мы уже давно должны были пробить 74,6 и уйти на 74, но этого не происходит, а этого не происходит, потому что его здесь активно начинают скупать. А раз такая тенденция имеет место быть, то, скорее всего, ему особо рублю укрепиться против доллара не дадут. Сейчас, я думаю, наиболее вероятный сценарий – это попытка движения на 75,1, тут немножко осталось. Попытка здесь пробить это значение и сходить на 75,3. А в каком случае этого не произойдет? Если будет откат и пробитие 74,7. Если такое здесь возникает, то следующая цель движения будет 74,5. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Дневочка сегодня просто супер, но 152 так и не взяли. Сейчас здесь происходит попытка коррекционного отката на 148. Если сейчас, завтра с утра, нету идей, двигающих наверх, то весьма вероятно, что-то произойдет, и он покатится в район 148-500, вот сюда, вот к этому значению. Но если случится чудо и будет пробой этой пимпочки, то ждет, возможно, очень резкий импульс движения на 152 тысячи. Друзья, в общем-то, все. Основные новости, основные инструменты. Желаю вам удачи, хороших торгов и всего самого лучшего.